Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Свет. Так называется выставка молодых дизайнеров Латвии в Мадонском краеведческом музее. А что такое свет? Свет – это лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым. Энергия света – представлена во многих формах и в окружающем мире, и в нашем сознании. Человек всегда образно отождествляет свет солнцем, огнем, луной и звездами. Но и сам человек является источником энергии и излучения. Особое значение свет приобретает в изобразительном искусстве и в дизайне, предоставляя уникальную возможность выражения не только форм, но и эмоций. Концепция выставки работ студентов латвийских художественных школ «Свет» основана на стремлении показать, что свет не только освещает объекты дизайна на выставке, но и находит свое место в живописи, графике, фотографии, фэшн-арте и скульптуре. Посетителям выставки предлагается написать или нарисовать, что является вашим светом. Мы с Анжеликой тоже отозвались на призыв, оставив свое ощущение света на общем полотне. Thank you.
Эта выставка посвящена молодым людям, которые думают о профессиональном образовании. И, возможно, выставка «Свет» сможет вдохновить их на обучение в одном из латвийских дизайнерских и художественных вузов. Как говорит Кристина Шульце, директор художественной школы имени Яниса Симпсона в Мадоне, приходите в музей, станьте частью света на пути к весне. В следующем видео – этнография Мадонского края. Смотрите, какую одежду и какие украшения носили латыши в прошлом. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте новое и заряжайтесь положительной энергией вместе со мной. Ваша зажигалочка.